Всем привет! В продаже советская классика. Это бритва особая от завода Стис. Бритва 65-го года. В эксплуатации практически не было. Клеймо особое. Логотип в виде спутника. Логотип завода Стис. И год 65-й. Также на хвостике номер бригады. Вот состояние полотна не точенное. В принципе, тут никаких таких царапин. Следов времени нет вообще. То есть бритва без коррозии, без чего бы то ни было такого. Вот, геометрия хорошая, заточена с одним слоем изоленты. Фаска, как можно видеть, аккуратная и равномерная. Бритва в виде такой легчайшей правильной улыбки. Вот. По особым там ходили мифы, что они с какой-то более мягкой стали делались для парикмахерских. Вот. Ну, на самом деле, обычные гражданские бритвы продавались во всех магазинах. Вот. Цена была дешевле, чем у ракет. Например, ракеты были по 4 рубля, особые 2,50 стоили. Вот. Оригинальный футляр и РТУ 59-го года. Вот. По этому РТУ они делались из стали Х05. Сталь самая обычная, такая же, как и на всех остальных моделях от этого московского завода. Вот. Бритва... Ну, не то, что неплохая. Классическая. И новичкам отлично подойдет. Да и бывалым. Вот. Ну, тут, в принципе, хорошая геометрия. Если самостоятельно доводить на камушках, тут никаких проблем быть не должно. То же самое в правке. Довольно быстро правится. И без каких-либо сложностей. То есть, правка, как у обычной прямой бритвы. Скругление к носику и к пяточке здесь выточены, но они не такие прям выраженные, поэтому при правке обычными прямыми махами у вас будет направляться вся длина режущей кромки от пяточки до носика. Вот. Ну, тест отлично проходит, брить будет с таким небольшим шуршанием, вот на распуске хорошо слышен этот звук, вот, то есть бритва не глухая. Ну, сложно, что еще за нее сказать, как бы это просто советская классика. Простая, рабочая, утилитарная вещь, скажем так. Вот, все, кому интересно, обращайтесь, контакты, как обычно, указаны в описании, ну и в самом видео.